Махачкалинская «Динамо» снова появится на футбольной карте России. Решение о возрождении известного футбольного клуба было принято на уровне руководства Дагестана. Накануне в музее «Спортивная слава республики» прошла презентация клуба, который будет сформирован на базе команды «Махачкала». Сейчас коллектив выступает в третьем по силе дивизионе России. В ходе пресс-конференции говорили о задачах на ближайшие несколько лет. В частности, это поднятие уровня не только профессионального, но и массового футбола. Также, по словам спикеров, начаты переговоры с Центральным советом «Динамо» о реконструкции дагестанской столицы республиканского стадиона «Динамо». Итог той работы, которую мы проводим по инициативе Сергея Алимовича Мельникова, внимание на то, что Дагестан, как футбольный регион, который имел славные традиции и в советское время в виде «Динамо» Махачкалы, где, кстати говоря, довелось играть и его отцу в составе этого клуба, вот когда наш стадион «Динамо», которому тоже за 90 лет, он был построен на следующий год после создания клуба «Динамо» Махачкала. Вот. Насколько проявляли интерес дагестанцы, насколько были заполнены трибуны, ходили на персональных игроков наших знаменитых легенд. В рамках встречи состоялось чествование ветеранов дагестанского футбола, известных по выступлениям за махачкалинское «Динамо», а также представление игроков действующей команды.